Название совещания «Сельский час» очень коротко характеризует проблематику, которая будет обсуждаться на этих плановых ежемесячных встречах, проводимых районной властью. Весенняя пора уже в разгаре. У производителей сельхозпродукции могут возникать вопросы, которые требуют немедленного решения. Одновременно с этим, помимо быстрого реагирования на возникающие потребности отрасли, необходимо ставить перед фермерами стратегические цели и задачи, наметить пути их решения, в том числе и за счет быстрого и эффективного кредитования хозяйств, как уже действующих, так и тех, кто только еще начинает путь предпринимателя, работающего на земле. Основная задача, которая перед нами сейчас стоит, это увеличить больше чем вдвое численность наших сельскохозяйственных производителей, поднять уровень и животноводства, выработки молока, мяса. У нас задел очень хороший, но до того уровня, который был до развала Советского Союза, нам на самом деле очень еще далеко. Финансовая поддержка фермеров – этот вопрос решается в тесном взаимодействии с банковским сектором. На совещании представители финансовых структур, действующих в муниципалитете, рассказали о том, какие принципы закладываются в механизмы кредитования, в том числе венчурного, и что необходимо сделать, чтобы получать по реальным для фермеров ставкам финансовые средства, необходимые как для развития хозяйств в целом, так и для выполнения конкретных задач в разной временной перспективе, короткой и более длинной. Фермеров также проинформировали и о действиях в регионе программах государственного субсидирования бизнеса. У каждого банка есть свои программы сельхозпроизводителей, и мы найдем именно тех, которые будут наиболее удобны, комфортны, не приведут к каким-то долговым рабствам наших сельхозпроизводителей. Это площадка для обсуждения проблематики. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы увидим изменения те, которых ждут, в общем-то, все. На сельском часе по борщевику Сосновского выступили начальники территориальных отделов администрации, а также приглашенные специалисты из коммерческих структур, которые предложили помощь в организации эффективной работы по уничтожению вредоносного растения. По вопросу ввода в оборот сельхозугодий до сведения всех участников совещания была доведена информация о необходимости в предельно короткий срок завершить инвентаризацию неиспользуемых по назначению сельскохозяйственных земель. Срок определен до 20 апреля. Андрей Цеханович, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».